It's delicious. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, ОЛТВ, Плеймар, Гусанёк, Заварный кофе. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Сегодня у нас будет крутецкая рубрика, будем убегать от монстра на машинах. Ангел смерти с игры Dead Space. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Ребята, он своими ударами может машины переворачивать и скидывать нас в воду. Поэтому не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И досмотрите до конца, в конце будет 6 монстров и один выживший. Мы готовы, давай. Удиви нас. Да уйди, Плеймарк. Так, надо быть очень внимательным. Сейчас увидите, когда он начнет машины швырять налево и направо, это очень круто смотрит. Да блин, я тебя не увидел! Эх ты, блин, да дай мне выжить! Вот это ты меня швыранул! Машина, заводись! Она заглохла! Есть, есть, я успеваю! Блин, одним ударом пробил мне все колеса! Да как я тебя не увидел? Ах ты, блин! Машина, машина! Машина моя! Нет, блин! Я вообще не хотел быть первым. Ладно, ладно. Блин, это было эпично. Смотрите, как этот монстр смотрится. Вот это видок от него. Так, давайте теперь будем продумывать какую-то тактику. О! Щенок! Нет, ну не надо. Ух ты, блин! Я тоже хочу его ударить. Дай я его зашвырну разок. Давай, давай, давай. Щенок! Ой! Футбол играем машинами. Бум! Это было мощно. Так, нас уже трое. Это очень круто. Слышь ты, стоять. Так, вижу гусанька. Надо его в воду скинуть каким-то образом. Быстрее. Да-да. Перегораждай его путь, не пускай его. Давай, пацаны, быстрее на ту сторону. Уго, ты сбил нашего монстра. Хорош, Саня. Слышь, красавчик, молодец. Все, гусанек, ты в ловушке, я иду. Надеюсь, ты меня не успеешь сбить. Не хотел, чтобы ты меня тоже зафигачил. Бум! Вот это удар! Все, гусанечек, теперь ты с нами будешь. Кстати, тайминг просто идеальный был. И... Бум! Ого! Зашвырнул его неплохо. Так, а где он? Вот он. Он у дома, вон он. Бум! Его швырять можно. Я тоже, блин, странно это очень работает, но я хочу на телещ. Я от взрыва слился. Все, это был последний игрок? А не, вот еще один есть, блин, надо быстрее монстра брать. Быстрее, быстрее, пацаны, все за ним. Слышь, хорошо выживает, да, пацаны? И сальтухи крутит. Блин, колеса пробились у него. Ой, все. Бум! Вот это я его увалил. Вот это толпучка налетела. Футбол! Ну там без вариантов. Госдума, ты готов играть за мощного монстра? Да. Так, я сейчас должен выжить. Я не хочу первым сливаться. Это очень неинтересно, кстати. Он уже бежит. Быстрее! Уезжай! Давайте его лучше заставим. Не поддавайтесь никто. Может его сбить? Нет. Рискованно очень, рискованно. Рискованно, потому что он может по таймингу нажать кнопку, и тебе просто колеса попробиваются. Надо со спины его сбивать. Кстати, это единственный монстр, который может быть по машине, при этом пробивать колеса. Все, он твою машину растерзал. Смотрите, что он делает. Построчи такие. Но! Плеймаркет, все. Теперь уже два монстра, блин. Хочется выиграть хоть один раунд. Нет! Ты хотел сбить его? Да-да-да. Но я видел, ты со спины подъехал к нему. Он тебе колеса пробил? Нет, я цел. Ой, ух, я... надо валить. То есть не все время можно бить. Это надо в хитбокс попасть. Ой, когда их двое, это очень сложно сейчас будет. Но мы выживем. А еще один, уже три монстра. Не, меня сбили. А, тебя сбили. Отлично, ребята. Классно, что можно их сбивать. При том, что с админского пистолета они не дамажатся. Не-не-не, чувак. Ты медленный по сравнению с моей тачкой, у меня очень крутая машина. Ну, ОЛТВ, блин, от тебя воду было скинуть. Брычка заглохла. Колесница. А что ты взял не полицейскую машину, вот эту баги взял? Бегите. Не-не, чувак, ты мне так ничего не... А! Давайте. Да ё-моё, пацаны, я на себя удар принимаю, ничего. Живем, живем, живем. Нет, ты не попал. Вот это круто, смотрите, чья-то машина горит. Черный дым идет. Так,
Ну, это хорошо, что я смогу сейчас оторваться. Не попадешь! Чем круто, что у них нет большого хитбокса, надо только в притирку бить. Что ты мне сделаешь? Одно колесо пробито, но я еще хорошо живу. А у меня вообще целый. Смотри, я дрифтуна как делаю возле тебя. Дразню монстрика. На тебя! Не попал! Пацаны, смотрите, как я их отвлекаю на себя. А че вы за мной? Смотрите, еще есть ОЛТВ, есть Гусанёк. Да, давай за ними. Я понял, что хорошо ты на пятачке выживать. ОЛТВ, на тебе. Ой, это страшно. Они такие страшные. Блин, я его собью. Нет, я его не собью. Машина моя. Нет, машина. Ну машина, ну едь. Да ну не пей, ну хватит. Ну нет. Ну, ё-моё, блин, ну это было очень круто. Прям классяк, когда ты стараешься выжать, а монстр такой мощный. Лупят сильно они. Саня за домом, за ним, не за мной. Отстаньте, отстаньте. Мочите его. Нет. Всё, разорвали на куски, сейчас будет мега-взрыв. Красиво. Так, кто еще есть в живых? Саня. Я. Гусанёчек. На тебе, блин, хочу его лупануть. Гусанёк, а ничего, что твой скин жопой по полу трётся? Это так и должно быть. Так, ну, ускоряемся. Моя красиво в него влетела. Отлично, пацаны, давайте на опережение действуем. Так, он будет разворачиваться. Хорошо, в эту сторону бежим. Ого, ты его лупанул. Я еще жив. На, блин. Ух ты. Ой-ой-ой. Бау! Вот это я Гусанёка хочу добить лично. Все за ним, все за ним. Бау! Гусанёк, ну что, ты победил? Да. Хорош. Раунд номер 3 начался, Гусанёк. Покажи, как надо мочить ОЛТВ. А чё, тебя надо первого замочить. Он прыгать научился. В смысле, он же не умел прыгать. Он только что захотел запрыгнуть ко мне. А как ты прыгаешь? Легко и просто. Их много очень. Всё, он его добивает. Я вижу, как он его просто прессует там в углу. Ну-ка. Кофе, тебя поймали. У меня брычка глохнет. Он тебя по двигателю ударил. Надо валить отсюда. Скорее. Ай, он меня сдавил. Сдавил. Отлично, вали. Слышь, ты смог вырваться с лап монстра. Ого, вот это сальтухи крутишь. Офис, сдави его. На. Отлично. Что, Гусанёк, ты думаешь, я не успел ехать? У меня машина намного быстрее, чем твои. Вонючий монстр. У меня план. Кто-то отвлекает, я вбиваю. Смотри. Давай, я пока отвлекаю. Ого, он прыгает, на да тебе. Что за бред, как ты это сделал? Машина, ой, заводись, просто. Заводись, машина! Пацаны, помогите, кто-нибудь, помогите! Ой, простите, он сам как-то... Да блин, а вот так ты? Я к ним со всей душой, а они? Это ты бежишь. Да боже, блин. Ух ты, блин, хотелось бы достать. Опа-па. Отстань. Ух ты, это он улетит. Все, красиво, утонул, аж брызги пошли. Нет, иди в попу. Так, а это кто у нас тут едет? Такой модный. Идем на перехват. Стоять, кого я говорю! Сейчас я его поймаю. Ах ты говно. Да не, он сейчас закосячит, смотрите, он сейчас где-то тут упадет. Слышь, хорошо играет. О, я хочу это тоже сделать. Ох. Дайте мне хоть один удар в жизни нанести ему. Офи, это ты был? Бам! Хорош. Мощные монстры. Блин, он классно вообще управляется. И круто выглядит, и классные умения у него есть. Вот просто, что Гусанёк морозится, не сказать, как он не прыгает, это очень странно. Так это очень легко, сами догадайтесь. Так я как, если пробел? Подожди, а может надо одновременно какую-то кнопку нажать? Нет. Ой, лох. А подожди, может... Ладно, расскажу, просто камеру вверх поднимаете, когда пробел нажимаете. Да я знал, видишь? Вот, все, пацаны, он в углу. Бам! Ай, блин, вот это вот. На тебе леща! Все, ого, эти колеса стали большие после того, как вы тебя взорвали. Следующий раунд буду играть за монстра я. Пацаны, уезжайте. О, вы там толкаетесь, это хорошо. Ого. Давай, давай, сбивай меня. Ага. Ударил тебя по машине, не? Нет. Ого. Что? Ой, да ё-моё, ты сбил моего монстра. То как это работает? Ладно. Ну я машину тебя задамажил по-любому. Нет, не задамажил. Блин, ну почему я первый все время сливаюсь? Да чего ты, все нормально. Все, есть один подбитый у нас тут. Сейчас у него все-таки двигатель заглохнет.
Ладно, вы сами у себя жизни потихоньку тратите. И это очень хорошо. Реально? Реально? Вот это зафутболил. Что это за огурчик? На, леща, дружище, ты уже все. На тебе еще леща. И центральный удар мощный. Сейчас второго убьет. Пацаны, это отлично. О, еще один подбитый здесь. На! Это гусанек. А, гусанек, а что ты весь горишь? Он просто этот призрачный банчик. Ну, типа умный. Дим самый умный. А ты же назад сдал, да? Ну, естественно. Ну, у тебя машина все равно кончено едет. Оно тебя попердывает, я вижу, ты заглыхаешь, да? Заводись, заводись. Нет, 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 давай добивай его. И не повезло. О, все, пацаны. На. Нет. Я еще живой. Живой, я понял, хорошо, вырвался. Ну, удар хорошо, я тебя лупанул. Машины там колеса попробивались, я слышал. Теперь будет тяжелее тебя управлять. Гусанек, ты до сих пор живой, что? Да. Ничего ой, себе ты, мужик. К машине заводись. И бам. А кто остался? Можно еще вот так в конце сделать. Поорать, что я мощный. А кто остался в живых? Я еще. А, у вас еще двое, хорошо. Есть! Четко взорвал. Так, и кто так у нас выжил? Я. Отец Бон. Отец. Меня нету. На мостике. Окружайте. Так, пацаны, давай. Он в воду упал. Я так и понял, я бы так и сам сделал. Лучше наш воду упасть, чем монстры тебя съедят. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.